По восточному календарю 2024 год будет проходить под покровительством дракона. Если верить китайской мифологии, дракон является символом власти, чести и благородства. Это мифическое животное может управлять ветром, дождем, приносить плодородие и богатый урожай. В преддверии Нового года мы познакомились с диковинными ящерицами, которые по праву считаются потомками огнедышащего существа. В экзотариуме Ульяновского зоопарка живут невероятно красивые узорчатые хвостатые питомцы. Мы приглашаем всех посетителей для того, чтобы посмотреть наше разнообразие дракончиков. Игуану, василисков, бородатую агаму, хамелеона, тиликв, бананоедов, иблеофарчиков. И также у нас представлено более 30 видов рыбок. Как и у сказочных драконов, у каждого из обитателей экзотариума свой характер. Хамелеон по имени Геннадий спокоен, как удав. Ему бы поползать по декорациям и поизучать людей. А вот игуана Людвиг обладает гордым нравом и не терпит конкурентов. Ранее с ним жила сухопутная черепаха, однако ей пришлось переехать от высокомерного соседа. Для Людвига важно личное пространство, но он просто обожает, когда им любуются посетители. В мужской компании есть и прекрасная дама. А это бородатая агама. Девочке около 3 лет. Недавно она пообедала и решила с нами пообщаться. По секрету мне сказали, что этим летом у нее будут детки. Рядом с ящерами обитает и красавец питон. В экзотариуме также есть певчие и говорящие птицы, редкие черепахи и рыбы. Напомним, зоопарк находится в парке 40-летия ВЛКСМ. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.